Приветствую, друзья, на канале Pro Gamer Television. С вами Сафир Тритройки, и мы с вами продолжаем проходить игру Doom Steel Blood. Ну что ж, поехали. Второй уровень. Ебать, платить. Давайте их так перещелкаем. Так, подождите. Зря разбудил, что ли? Иди, твою мать. Знаете, чисто автоматически за гранатометом потянулся, хотя у меня его нету. Твою мать. Совсем что, охренели? О! А чё такие тормоза-то, а? Блин, со всех сторон, а? Скоты. Назад, назад, твою мать! Ух ты! Начало такое хорошее. Чё я пишу? Ах ты, блин. Откуда все стреляют? Твою мать! Я у меня там зажмёт. Блин, 4 патрона, а? Вы чё, совсем что ли ебали? Так, друзья, подождите, что-то здесь какой-то трешак начинается. А, фак, я аптечку что-то сожрал. Иди, твою мать. Да, кадров там не очень хватает и... Назад, назад, твою мать! Титулюзю! Давай, кто кого? Ну, нормально, нормально, чувак, давай. А, фак, скелет проиграл. Ну ладно, ты тоже проиграл. Что делать? Трэшбан. Что-то должно быть. Ступеньки есть. Нам патроны нужны. Иди, твою мать, это кто? Обалдеть.
Ишь ты. Кто там? Манкубус? Ух ты, бляха, муха, твою мать! Ой-ой-ой, зря, твою мать! Ты, твою мать, а? Выебнулся. Второй! Паника. Куда, мать твою? Блин, ну это пиздец. Твою мать, а слушайте. А-а-а, дерьмо. Давай, твою мать. Сука. Скелетная. Твою мать, а. Какой-то сраный имп у меня тут чего-то. Кто стреляет? Ух ты, твою мать! Сейчас бы, блин, было тут. Ой, ой, твою мать. Вообще ни хера не видно. Назад. Гранатомет. О. А ишь ты. Я думаю, найдешь, как спуститься оттуда. Псих, что ли? Так, это мы неплохо тут. Пойдем. Как открыть?
Да пипец. И я бы там стоял. Блин, этот дурак сейчас пойдет и сгорит где-нибудь. Да нет, вроде чистит тут все. Твою мать! Сука. Куда идти-то, твою мать? Че все закрыто, а? Обалдеть. А, блин, у меня же всего 300 патронов. Твою мать! Я и поэтому боюсь, что он покрывает спину. Так, слушайте, мы там еще не были. Идем сюда. Коты, а? Слышите? Где-то копошатся. Твою мать! Какого говна и что-то не хватало. Слушайте, а у нас ни красного ключа нету, да? Да. Я боюсь в него попасть. Твою мать, а. А где тут? Иди твою налево. Надеюсь, это он просто переместился, а не монстры. Ой, фак. Твою мать. В случае чего можно встать как за него, за живой щит. Я думаю, он не обидится. Нет, ну ладно. Иди, твою мать! Пень! Твою мать! Наш компьютер тормознул. Неплохая шутка. О, не взял.
Так, ладно. Ладно. Чё? Я понял, куда это надо. Ты что там творишь-то, а? Нет, 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 нет. Не вздумай выстрелить. Блин. Нам надо подняться наверх. А еще тут дверь, слушайте. Слушайте, я даже пройти не могу, честно. Иди сюда. Иди, твою мать! Блин, ну это не я взорвал. Твою мать, закрывайся! Идиоты! Обалдеть! У напарника вообще ничего не осталось. Долбанем. Значит, наверное, можно было лучше. Ну ладно, я уж тут поменяем потом. А, я не могу здесь выйти. Тут вообще присандаливал к стенке. Опять не выйдешь. Здесь синий ключ нужен. Ладно, пойдемте здесь. Твою мать, я здесь тоже не выйдешь. Только обратно, если идти. Потрох. Тварь, а. Обалдеть. Так, ладно, здесь закрыто. О.
такой шарик большой. Так. Проверяй, да, не проверяй пальцем, если есть напряжение. Прикольная картинка. Сука, блин, два раза, блин. Три. Твою мать. Что-то чересчур. Так, ладно, гранатомет есть. Сука, тварь вонючая. Да какого хрена? О, вот это другое дело. Сколько тебе патронов надо? Дерьмо. Так. Еще дерьмовья. Твою мать! Полная жизнь. Вот тварь-то, а. Прячь волосы. Старые советские плакаты, прикольно. Так, вроде бы мы тут все нажали.
Так, здесь тоже у нас... О, а, нет, здесь не открылось. Не-не-не-не-не. Чё... А, подождите, открылось. Еще ниже. О, хватило. Понятно. О, блин, он пробивает. Так, открыл. Еще у нас супер аптечка осталась. Так, ладно, двигаем. Только этого говнюка еще тут не хватало. Стоит взять или нет? Ладно, давайте оставим пока. Я думаю, что если какой-то трэш начнется, тогда возьмем. Обалдеть, рюкзак. Все время был здесь. Руками тоже можно, кстати, смотреть. Отлично. А, Chainsaw, the great communicator. Синяя дверь. Я не успел нажать ничего. Подождите, но это же не все синее, там еще что-то было. Нет? Нет, ошибся. Понятно.
Понятно. Next. Аптечку-то надо взять. Обалдеть, пропустил тут самое сладкое. Так, ну вроде бы все. Опа. Понял, что-то открылось. Да, это просто управление лифтом. Так, еще здесь. Последнее. Патроны лишними не бывают. Давай. Ну хоть что-то, ладно, все. Ну что ж, друзья, с вами был Сафер 33 на канале Pro Gamer Television. Это был уровень 2 Underground Factory. Всем спасибо и до новых встреч, пока.